Так, всем привет, я продолжаю играть игру под названием «Лето 58-го года». Я не знаю, почему, но меня отбросило назад. Не бей ребенка, это задерживает его и портит развитие и характер. Правильно, кстати. А, ты все еще тут, я понял. Все, видимо, мне нужно обратно вот это все вот брать в руки, чтобы сюжет продвигался. Потому что, насколько я понимаю, сюжет продвигается, когда мы находим какие-то предметы, связанные с ним. Наверное, это так работает? Ну, я так заметил, короче. Игра проходится быстро, но я ее не прошел до конца, потому что я тупой. Это первая причина. Вторая причина, потому что я тупой. Одна из причин, между прочим. А, меня прям назад-назад отбросило, я понял. Здесь, по-моему, какой-то ребенок плакал в один момент. Я сейчас их сломать не могу. Это я читал. Мне вот сюда забрать камеру. Ага, камера лежит. И записка. А, сейчас возьмем словарь, который нам нужен. Потому что без него, по-моему, мы не сможем перевести, что там будет написано. Или он тут же... А, он тут же лежит, я понял. Все, словарь есть. Переводим. Тебе здесь не рады. Почему, непонятно, ведь я самый добрейший человек на этой земле. Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Зачем? Нужно постараться включить свет во всем здании. Зачем пытаться что-то выяснить, когда тебе по голове кто-то дал и убежал? Скажи мне, в чем смысл этих действий? Так, картина, она здесь была? Но взять ее я не могу. Матрешка здесь была. Ну, да, страшная тварь. Так, и кто-то здесь плакал. Кто, непонятно, кстати. А где? Не здесь, вот где-то вот здесь как будто. Вот в этой комнате. Непонятно. Да нету. Вот здесь. И пропадает. Смотрите. А. И кто-то переместился, я понял. А, кстати, я помню, где нужно забрать нашу штуку. Наш предохранитель. Он лежит где-то здесь. А, нет, это не ты. Так, где-то здесь он лежал, кстати. Вот сейчас помню. А, не в этой комнате. Все, понял. Не в этой комнате он лежал. Зачем тогда? Так, твою мать. Да. Это, кстати, не похоже на тело какого-то человека. Это какого-то другого животного. Скорее всего. Так что волноваться не стоит. Тебе как минимум. Или мне. Так, это часы, которые мы не можем брать. Хватит делать перестановку. Они мне надоели. А, я забыл, где лежал предохранитель. А, все, понял. Вот тут. Вот тут он лежал. Кстати, спрятан хорошо. Парень. Я возьму коробку с собой. Если ночью что-то пойдет не так, тогда я воспользуюсь лампочками для освещения. Окей. Типа, твое решение. Кстати, логично, достаточно. Нужно отнести коробку в спальную комнату. К спальной комнате, то есть. А. Дурак, что ли, я испугался. Больше, пожалуйста, меня не пугай. Спасибо. И он даже не удивился, то есть ни слова не сказал. А где спальная комната? А, спальная комната. Вот тут же, да? Мы же тут спим, по сути. Ладно. Давайте вставим предохранитель. А, он положил. Нужно вставить предохранитель. А я что делаю? У меня есть предохранитель же, нет? А, вот он. Никого нету, отлично. Включаем свет. Высокое напряжение опасно для жизни. Это я понял. А свет где включить? А, где был свет? Свет, по-моему, был где-то в той комнате. Насколько я помню.
Если я вообще помню это. В какой-то из этих комнат? Ну, кстати, не припоминаю. А, вот. Отлично. А нужно ли мне еще что-то? Что-то... А, радио играет. Я понял. Только для кого она играла, непонятно. Кому было приятно слышать эту мелодию? И кто вообще меня завел в эту комнату? Для чего? Я самый добрейший человек на свете. Не надо меня убивать. А, ну, вроде бы в этой комнате больше ничего нету. Действуем осторожно, чтобы не обосраться по итогу. А что дальше? Вот включил я свет. И что? Нужно лечь спать. Скорее, скоро стемнеет. Действительно. Самое лучшее решение — лечь спать. Просто иди домой. Или, я не знаю, приведи с собой кого-нибудь, чтобы, ну, вместе не было так страшно. Серьезно. Какого хрена? А где ствол? То есть, я понимаю, если он не верит в паранормальную активность, но хотя бы понять то, что в здании, кроме тебя, могут быть и другие сталкеры, которые могут быть враждебны к тебе. Часы остановились в 3:07 ночи. Что другие люди могут быть не так доброжелательны к тебе, как призраки, которые тебя сразу не убивают. Это очень глупо. Я знаю, взять, я не знаю, Томпсон. Автомат Калашникова. Можешь взять хотя бы, я не знаю. Чего в некоторых комнатах нету света? Кто это сделал? Зачем он посуду расставляет? Непонятно. Птицы тоже убрали. Ладно. Я понял. А какая моя задача на данный момент? А, двери закрыты. И закрыто. Нет, нет, закрыто. Закрыто, вам сюда нельзя. Ага. Дети. На задней стороне ничего нету. И что? Тоже закрыто. Ту-ту-ту-ту-ту. И что мне делать? А, уже открыто, я понял. То закрыто, то открыто. Чебурашка на месте, это отлично. Этого я и хотел. Нет, 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 нет. Стойте на месте, я всего лишь выключу. Я не хотел пугать. Я понимаю, я страшный, но не настолько же, я думал. Я извиняюсь, я отвернулся. Я не заметил, кто это был. С тобой нормально? Вот что делают с людьми соли. Не принимайте их, а... Хватит бить. Я понимаю. Все отлично. Только зачем мне сюда идти? Подлагивает, кстати. Опять мертвые. Что это? Раньше этой шкатулки здесь не было. С тобой полностью согласен. Заперто. Было бы интересно узнать, что внутри. Меня беспокоит одно. Почему он так дышит? Мне всегда кажется, что это кто-то другой. Так, подождите, глаз чешется. Зачем? Зачем? Вандалы. В коробке были запасные лампочки. А, это лампочки. Я думал, кто-то ударил именно об стекло. Стекло разбил.
Оказывается, нет. Возьмем. И что, я электрик, что ли? Или что? Почему я должен менять все? Самое главное, что я тупой по жизни. Ну, просто бывает. Что ты... Что я... Как я это сделал? Каким образом... Ладно. Что это за звук? Что за звук? Я не понимаю. Ну, допустим. Кто включил? А самое главное, зачем? Можно взять? Нет? Мне все страшнее и страшнее, между прочим. А, и что делать? Лампочку еще одну. Может. Так, кстати. А, нет. Мне она не нужна. Можешь спать? Я просто думаю, это самое лучшее решение на данный момент, если ты уходить не хочешь. Хотя спать, когда такая хрень творится, это, конечно, должны быть стальные нервы, которых у меня нету. Ну, слушайте, атмосфера и просто-напросто постановка в этих четырех комнатах передана суперски. Я бы сказал бы. Почему дверь опять закрыта? Зачем закрывать? Я же все равно буду заходить. Алло, меня не остановить. Не спрашивайте, почему я постоянно смотрю вниз. Это моя привычка. Я в жизни всегда смотрю вниз, чтобы не увидеть какую-то тварь. Ее лицо. Просто... Да, я понимаю, что тебе интересно, мне тоже, но... Нам нужен ключ. А ключ найти не так просто в этой тьме кромешной. А, подождите. Может, в ванной комнате, где текла вода, есть ключ? Не зря же призраки ввели меня в эту комнату. Правда же? А. Понял, шут. Что это за шкатулка? Опять? Понял? Ну, в принципе... Я отвернулся, да. Я был готов к этому, так что я отвернулся. Все нормально. Главное, мои нервы живы. А то, что я трус, это уже второстепенная вещь, между прочим. Где мой свет, тварь? Не-не, я за светом. Я выработал у себя такую штуку, как... Что? Как отворачиваться за секунду до нападения монстров. Так что все в порядке. Со мной все отлично. А где свет? Можно не в эту темень как-то передвигаться? Серьезно. Мне страшно. Это мы дышим или какая-то тварь? Открой дверь. Закрой дверь. Так, эта тварь дышит. Но это не мы, по-моему. Или мы? Непонятно. Видимо, это мы. Шкатулка. Заперто было бы? Да ты серьезно?
А что делать? Ну вот заперто и что? Ключей нету. А, дверь закрылась. Классно. Понял. За это тоже спасибо. Зачем? Допустим. Да, меня просто сейчас водят по комнатам. И все. Боже, как я себя люблю. Почему я могу предугадать, когда будет нападение монстра? Или что это было? Просто глюк, что ли? Пусть я успеваю закрыть глаза. Не хочу смотреть. Ага. И что ты увидел? А, ключ. С помощью этого ключа я смогу открыть шкатулку. Откуда ты знаешь? От 1950 года громкий скандал в приюте для детей-сирот. Медицинская сестра жестоко издевалась над проживающими. Однако и сотрудница заявила о нарушении полномочий. Принимается решение о закрытии учреждения. Напоминаем, что приют был открыт в 1944 году. В нем проживали дети, оставшиеся без родителей во время войны. Значит, мы сейчас в этом приюте, да? То есть, та великолепная учительница, о которой так хвалебно отзывались, она оказалась тварью, которая мучила детей. Спасибо этой твари. Шкатулка. Что будет в ней? Что это? Дорогой дневник, сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому 3 года для того, чтобы это лето было для меня особенным. За эти дни я воспитываю в них настоящих людей, но и они мне очень помогут. Что? А, загрузка. Понял? Понял. Ага, зачем загрузка? Неужели меня будет много джага-джага делать? Ночь 58-го. А, мы переместились именно за ту учительницу. Видимо, она будет сейчас рассказывать историю, почему она поступила так с детьми. После сильной грозы в здании нет света. Это что? Фонарик, это фонарик, все вспомнил. А, вот так вот включаем. А где дети? Так, фотография какая-то. Врачи ставят неправильный диагноз Ване, а ему сделали пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже нет сил с ними бороться. Мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама, чтобы мне это не стоило. А, вот первая причина, из-за чего она начала вот это все. Вот тут все и началось. Аня. Аня, видимо, себя очень любит. Раз написала свое имя. О, можно? Кто-то нашел и спрятал мой ключ от сейфа. Это я могу отодвинуться, это понятно. Зачем? Зачем это надо было делать? Да ладно. Видимо, да. Могу пройти. Здесь картина. Посмотреть на нее я не могу. Еще одна картина. Почему везде разбросана картина? Это страшная картина. Женщина с кем-то, с ребенком, наверное. Или это не женщина, я не знаю. Допустим, зачем портишь? Серьезно. Зачем ты портишь? Игрушки, смотрите. А будет кот. Тот самый легендарный кот. Ну, я вешу примерно как перышко. Так что, наверное, стройная. Относительно стройная. Дети и воспитатели спят. Не буду их беспокоить. Кто разбил окно? Нахера главное? А где разбили? Непонятно, где разбили, кстати. А, вот и ворона. Ну, ничего с этим я поделать не могу. Я женщина, которая, в принципе... Ладно, не буду это говорить. Я думаю, вы сами поймете. Нашивки, кстати, СССР. Понял, это отодвинуть нужно. Это я открыть не могу. И что я должен делать? Что должна делать? Я.
Великолепная женщина. Ну вот. И что? Листок. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ним. За ней. Она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех, у нас мало времени. Пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу. Мы можем успеть, помоги мне. Зачем ты написал... Вот засранец. Зачем ты написал план побега и оставил у себя в... Ну ты гений. Он гениальный засранец. Ключ от сейфа. Только для... Какого хрена? Это... Что это было? Это мы дышим? Чё? Нахера мы так дышим? Яков Паразит украл второй газовый баллон. Чего? Мне нужно распылить сонный газ, чтобы все детей могли перенести в госпиталь на операцию, а потом вернуть обратно. Слушай, это гениально. Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Он испортил мой противогаз. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовала неосторожно, и на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь я... Ведь о нашем договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца Вани. По всем показателям из медицинской карты Яков идеальный донор. Я построю несчастный случай, и его никто не будет искать. Гениально. В лагерь приехал особенный мальчик. Яков, у него нет родителей и родных. И он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына, Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть ей и не говорят, но он все же понимает и делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал, Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатые укладывают их спать. Это поможет им отвлечься. Это поможет их отвлечь. Я понял. И что? Зачем? Зачем ты смотришь на меня? Типа, ты Яков? Видимо, ты Яков. Нужно поставить газовый баллон под дверь и вернуться в класс. Яков почему-то уже как-то не хочет спать. Судя по его лицу. Сколько идет вообще видео? Я это спрашиваю не потому, что я боюсь. Да, 25 минут. На этом я закончу, я не буду за ним идти. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, это еще не конец. Я думал, игра на минут 40 максимум. Оказывается, нет. Оказывается, люди в Стиме соврали мне. Так что, в следующей серии... Ну, завтра будет уже другая игра, Security Breach. А так мы эту игру пройдем обязательно. Всем спасибо, всем пока. Так. Кот мертв. Не может быть. Я отомщу.